Дорогие земляки, от имени сельского лесного хозяйства природных ресурсов и от себя лично поздравляю всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством, желаю всем мира, добра и благополучия. И уходящий 2017 год хотелось бы подвести кратко итоги, чего мы достигли за этот год. За этот год, безусловно, мы гордимся тем, что мы собрали рекордный урожай за последние 25 лет. Это 1 миллион 670 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность наша на сегодняшний день 29,5 центнеров с гектара. Это рекордная урожайность за всю историю Ульяновской области. Конечно, и в животноводстве у нас с вами достаточно большие успехи. Мы заложили два крупных мегакомплекса в Троицком Сунгуре и в село Озерки. Кроме всего прочего, мы провели в 6 животноводческих комплексов достаточно серьезную реконструкцию, модернизацию, что нам дополнительно прибавило поголовье плюсом 4000 голов, а это не менее 10 тысяч тонн плюсом молока в год. Ну и, конечно, мы гордимся тем, что у нас регион славится и является одним из пилотных площадок в области сельскохозяйственной кооперации. Мы достигаем здесь достаточно высоких результатов, и я хочу вам сказать, что у нас в сельскохозяйственной кооперации в области задействовано порядка 800 тысяч наших жителей. Кроме всего прочего, хотелось бы, конечно, и в год экологии подвести итоги и сказать о том, что мы в этом году, благодаря нашему губернатору и при поддержке правительства Российской Федерации, имеем юбилейный 50-й национальный парк Сенгелеевские горы. Ну и в целом хочется сказать, что в новом году всем пожелать, безусловно, это новых результатов, новых достижений и, конечно, безусловно, благополучия.